Привет, дорогие друзья! Работаем на ежегодной зимней выставке автодомов в городе Штутгарт, Германия. Это стенд компании Bimobil. Тут пообщались с менеджерами. Говорят, что очередь на заказ любой техники Bimobil сейчас составляет 12 месяцев. И это вот чистая правда. Это нам сказал, собственно, наш менеджер. Почему? Я надеюсь, это станет ясно из видео, которое вы увидите на канале. Я постараюсь, так скажем, максимально раскрыть секреты, скажем, от этой надежности этих технологий. Вот. А вашему вниманию съемный модуль Husky 240, который был разработан специально для Toyota Hilux. Уже всем понятно, что это действительно надежный автомобиль, который проверен и по российским дорогам, и многими путешественниками. Ну, а это вот для него такая вставка, модуль. Надо сразу понимать, что модуль, скорее всего, будет стоить подороже, чем сама платформа. Да, с этим надо как-то смириться и понять и простить. Вот этот казус, да, на первый взгляд, вроде бы покупаешь аксессуар к автомобилю, а он стоит дороже. Ну так, идешь в магазин покупать телефон, а чехол тебе предлагают в полтора раза дороже. Странная, да, история? Вот, ну сейчас вот этот чувак насмотрится, не знаю, пойдет ли он внутрь, нет. Наверное, будет смотреть отсюда. Ну, значит, в чем особенность всего этого? Здесь строится специальная платформа, как вы видите, да, на которую легко и быстро можно установить этот жилой модуль. Вот видео крутится по кругу и показывает, что женщина, в принципе, и мужчина вдвоем спокойно устанавливают этот модуль на платформах. Видите, заезжает Nissan Navara. Вот, и, собственно, там осталось закрутить несколько болтов, опустить с помощью рукоятки эти подъемные механизмы вниз, ну и, собственно, затянуть болты. Вот. Вот и все. Ну что ж, давайте посмотрим, как это устроено все внутри. Вот, кстати, можно посмотреть. 94 тысячи евро стоит этот комплект в Германии. Поэтому не удивляйтесь. Ну, вход у нас осуществляется по ступеньке. На входе справа у нас будет кухонный модуль с газовой плитой и мойкой. Двух огней, в принципе, всегда более чем достаточно. Здесь холодильник. Работает от газа, от электричества. Дальше следует, наверное, ящик для кухонных приборов. Все на доводчиках, все защелкивается. Ну и как бы сразу скажу, что все это сделано из натурального дерева, чаще всего клен. Полочки для специй, раздвижная форточка. Вот, и, собственно, над столом у нас еще ящик для кухонных принадлежностей, посуды и сухих продуктов. Но видите, чем отличается этот модуль, что у него, вы видите, что матрас располагается как бы вдоль, обычно же поперек ложатся. Вот в нашем Husky, который у нас продается на шасси Nissan Navara, здесь кровать вдоль, здесь прекрасная поддержка под ним, как видите. Тут слева и справа, кстати, тоже ниши для хранения находятся, туда подводится тепло. Вообще модули, конечно, очень теплые. Здесь также шкафчики для вещей. Вот, слева тоже, наверное, будет. Давайте посмотрим. Да. Много полок для вещей. Там еще, видите, незакрываемые полки. Значит, смотрим. По ходу движения слева у нас будет аккумуляторный отсек. Ну, как сказать, просто ниша, в которой установлен аккумулятор. И две полки свободные. Вот. С помощью этой полочки можно легко взбираться на кровать. А слева по ходу движения у нас санузел, душевой поддон, биотуалет,
умывальник, душевая лейка на себя вытягивается, ставится на кронштейн и можно мыться. Полочки, крючки для полотенец, люк, зеркало, все в наличии. Здесь, наверное, будет у нас полки для умывальных принадлежностей, полотенец. Ну, вот здесь внизу тоже небольшой ящичек. Ну что ж, двигаемся дальше. Здесь будет шкаф для верхней одежды. Электрооборудование, кстати. Основной блок управления там находится. И здесь, собственно, столовая группа на двоих. Нога здесь никак не складывается. А, нет, нога складывается, друзья. Выкраска, это полностью эта труба. Стол опускается на эти направляющие. Видите, мы их видим здесь. И делается еще одно спальное место. То есть, итого здесь три спальных места, друзья. На входе мы видим пульт управления системой отопления и блок контроля воды, заряда батарей и включения-выключения общей массы в данном модуле. Я имею в виду электричество 220, подвесные шкафчики различных вещей. Ну, напомню, что здесь используется сэндвич собственного производства. Очень большое количество отзывов о небывалой, так скажем, надежности этих конструкций. Я говорю, что очередь в 2 года на производство таких автодомов сейчас. И я бы сказал, что это вполне ожидаемые цифры, потому как экспедиционная техника в Германии пользуется огромным спросом, но далеко не все в Германии могут это позволить, ну а в России тем более. Видите, мы с вами видим здесь подвод тепла в ноги. Ну, под подушками, под этими, мы обнаружим с вами места для хранения, видите, с доступом снаружи. Здесь, полагаю, тоже будет какое-то оборудование, либо ящик для хранения. Нет, здесь как раз у нас находится отопитель Трумма. Скорее всего, Трумма-дизель, друзья. Обычно ставится именно дизельная печь, чтобы можно было отапливаться от общей системы снабжения из одного бака, то есть, и реже заправляться газом. Газовые баллоны тоже ставятся, но они нужны для приготовления пищи и для холодильника на стоянке. Толщина стен у бимобиля достигает 40 мм. Это очень толстый сэндвич, теплоустойчивый и действительно для зимы. Скоро мы опубликуем видео на другом канале. Обзор модуля Husky 230 на шасси Nissan Navara. Поэтому следите за обновлениями. В общем, если видео понравилось, поделитесь им со своими друзьями и близкими. Спасибо за просмотр. До новых встреч. Пока.